Состав, которым летом 1949 года гнали очередной этап в лагеря и на поселение в Казахстан, был в пути уже вторую неделю. Этот мальчик не знал слов молитвы, но понимал, что, умирая, его дед, старый московский портной Яков Повзнер, очень просил за него Бога. Одна умерла, пожалуйста, другую взял. Охотник, я тебе сосватываю. Хорошую бабу мы тебе возьмем. Хочешь толстую, а хочешь худую? Я вот толстых люблю. Дурак ты, Косыр, за тебя любая пойдет. Я бы женился. А хочешь спецпоселенца возьмем? Да вон Верку из Алжира. Косыр, за тебя любая пойдет. Сюды, сюды. Да ты здесь контуженный, а там-то ты не контуженный. А кой же? Хватит болтать. Уполномоченный МВД старший лейтенант Жизнечан. Вода у вас есть, лейтенант? Есть, товарищ майор. Посчитали, товарищ начальник спецкомендатуры. Жмуриков виноват. Покойников 7 человек. Виноват. Штук. Захоронить. Есть, товарищ майор. Не в первый раз. Живи! Ты чё как корова, давай! Быстрее! Быстро! Чё ты цапкаешься? Давай, живи! Шевелись! Организована раздача воды. Товарищ уполномоченный Балгабай, к
командующий дрезиной номер один Фаты Чинго в составе интернациональной бригады обходчика товарища Касыма после обхода прибыл. Хватит кривляться. Кто нам тут нас хороший? Первыми. Товарищ мой. Получат воду первый вагон. Специалист хороший. Золотые руки. Так, слушайте меня внимательно. Груз оформлен. 7 единиц. Свезете километров на 20 и заройте. Понятно? Понятно, Сергей. Иванов, куда ты его пропустил? Одному. Ты что? Следи за порядком. Ты что? Ты кто? Железнодорожник? Наполовину военный. Должен отвечать по-военному. Он что? Глухой? Слепой. Товарищ майор, маленько контужен. Твою мать. Меня предупреждали в Москве, что... Что здесь будут все эти казахские штучки-дрючки? Не толкаться! Воды хватит всем! Взял, пошел! Бегом, вы все, быстро делаем! Кто получил воду, отходим в сторону! Я не понял, быстрее сказал! Группы складывать на дрезину! Быстрее! Ну? Все заходят в свои вагоны! По одному! Какая вода! Все, воды больше не будет! Забыжаться! Загружаемся! По вагонам! По мне перемешиваемся! Быстрее! Вы что, люди? Вы трибунал нас хотите? Его Сашка зовут, сирота. Кашин, ходи к начальнику, Кашин. Человек, Христом Бога прошу. Андава. Отошли. Давай, отпусти их на свободу. Есть, товарищ майор. Шеренгу по одному Балгабай. Ты сбивал. Не тронь ребенка. Эй! Это, кажется, живой. А там надо лет. Допрыгаешься у меня. Думганская рожа. Навсегда забудь, кто ты. Только так можно выжить. Сколько времени лежал он среди трупов, вдыхая запах смерти? Живой, занесенный конвойным в список мертвых, и только страх давал ему ощущение жизни.
Всевышний, прими их невинные души. Уготовь им место в раю. Аминь. Фаты, поехали. А вот и чаёк. Что будем делать, казах? Слушай, давай зайдем его в детдом. Туды-сюды. Пока его никто не видел. Ну ты что? Он на меня смотрит, как на паровоз. Опасно это, понимаешь? Ну, ты что? Я никому не скажу. Ты же знаешь меня, Касым. Знаю, Фаты. Знаю. Касым, его душа мечется между небом и землей, между жизнью и смертью. По его следу идут бесы. Смерть совсем рядом. На его роду лежит проклятие. Чтобы обмануть злых духов, надо дать ему новое имя. Только что черная курица снесла яйцо. Принесите его мне. Теперь твое имя Сабр. Сабр. Сабр, Влада. Смирись и прими судьбу. Аминь. Да будет так.
И был он возрожден с новым именем Сабр, что означает «смиренный». Значит, там на небесах была принята молитва его деда. Сейчас я же тебя всего осмотрит, да? Ну, чтоб тебе заразы никакой не было. Ух, со всего вагона в шеи собрал. Ну? Ну, что ты боишься? Ну, отпусти. Ну, отпусти, отпусти, мой хороший. Косым, ага, ну, помоги, как мужчина. Верка. Обрезанный. Мусульман. Так он же мусульманин. То есть жид. Так называем в Польше. Жид? А что такое жид? Малый еврей. Ах, вот ты какой! Ну, казах, молодца! Вот я какая! Болтов пояса. Опа! С гуся вода, Сашки худоба. Косымата, отдай мне мальчишку. Ну, отдай. Глазки открой. Посмотри на нас. Не бойся. Тут все люди хорошие. Ну вот. На, настоящий джигит. Он видит, как дрожат их черные ресницы и как потрескивая в сумрачной тиши от нежных пальцев их, которых ток строится под ногтем царственным, покорно гибнут в ши. Ты тоже мне Мадонну нашел. Ты знаешь, кто я здесь? Я здесь Верка Блядь. А ты хороший ежик. Без головы, без ножек. Как без ножек, пани Вера? Я прагну быть пани рыцарем. Вашим рыцарем. Пани Вера, я прагну целовать пани ноги. Ну что ты, ежик, ну оставь, ну не мучь ты меня ради бога, а? Сиротка. Сиротка Wielka dystrofia. Potrzebne dobre jedzenie, to jest kurica, nie wiem, jak budziet, dużo masła, śmietany. Słuchaj, a po czemu nie ogląda zakryty? On co, slipuje, co li? Tudy, siudy. Nerwowe jej staszczenie. Potrzeba dużo miłości. To jest wielka lubow. Moja Madonna z młodzieńcem. Все равно он у тебя помрет, казах.
Как же ты с ним будешь-то, Касым, а? Может, его в детдом надо сдать? Сашка! Сашка! Оп! Ах ты, щенок. Ой, но это надо подпалить. Нашел с кем шутить. Сюда. Ты кто? Чей? Беспризорник, что ли? А откуда взялся? Мой племянник. На каникулы приехал. Врешь. Я про тебя все знаю. У таких, как ты, родственников не бывает. Документы предъяви. Не трогай, пацанчик. Лгобай. Кого ж мне тогда трогать? Тебя, что ли? А хотя бы и меня. Ты Верка... Я Верка. Тысячу лет, Верка, а ты что, не знал? Значит, ты меня совсем не боишься, да? Облагобая все боятся. Ёжик, доставай бутылку, обмоем Сашку. Да, Волгобай? Добровский! Ну что, Полек, бежать хочешь? Так. Так то, что вообще станет, пане Пулитянче. Конечно, так будет.
Ucieknę. Беги, беги. На 5 километров уйдешь, 5 лет получишь. На 20 уйдешь, 20 лет получишь. Я и на 1000 километров убегу. А там босо убежишь. Пулю в затылок получишь, понял? Солдат, купите! Зачем нам черепаха? Эй, бойцы, иди сюда! Чего там продаешь? Черепаху покупать! Опять консервы! Не хватит уже. Делаете? Не трогайте ее. Я не буду ваш бульон. Пей. Эй, плохо будет? Нет. Помрешь? Смотри. Ты что делаешь? О, копейка. Глеб, смотри, что я нашел. О, целая пачка. Ты покажи. Еще. О, салам, султан, давно не виделись. Смотри, что мои джигиты собрали. Сабр? Сашка! Верка! Заикаться буду, сам же замуж не возьмешь. Где Сашка? Он у тебя? Да был только что. Он на Благовай приехал, тоже им интересовался. Пришлось племянником назвать. А что такое? Ну вот видишь, ну сказано же тебе было. Отдавай его в детдом. В этой бескрайней степи, где нет ориентиров, кроме железной дороги, дороги от горизонта до горизонта, ведущей в неизвестность, небо для беглеца открыто, и нет у него горизонта. Но безмерна его грусть, и нет радости от этой свободы. Тогда он и впитал в себя запах степного зноя и полыни. Этот аромат, словно репей, вцепившийся в одежду, живет в сердце каждого, кто хоть раз был в казахской степи.
Сашка! Эй, Сашка! Все, давайте, вам смешно не будет. Ты что здесь потерял на нашей территории, а? Мы здесь главные. Эмба! 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 Нельзя убивать животных. Кого? Курочку. Можно. Нет, нельзя. Можно, Сашка, можно. И тебе их совсем не жалко? Почему? Я их люблю. Я их всех люблю. Они меня. И нам хорошо. Я тебя просто не понимаю. У тебя какая-то страшная путаница в голове. У нас в Москве никого не убивают. Сәулесі суда дәрілдерчу, ауылдың жаны терен сай, тасыған өзін бүрілдер. Эй, Сашка! Верка, апа, сашке, сашке. Ага, табылдыма. А, табылдыма. Ну и слава богу, нашелся. Кочевники. Ты что, не спишь? Дальше сәулесі суда дірілде. Желсіз түнде жарық, сәулесі суда дірілде. Подожди, слезай. На, встав. Самота, ты, наверное, сильнее Бога. Нет, сынок, я не сильнее Бога.
Да, мой дедушка тоже говорил, что сильнее Бога быть нельзя. Давай, Кир. Залез. Оп. Пока нас везли, он все время говорил мне о Боге. Угу. Тихо, тихо, потому что громко о нем говорить нельзя, он страшный. Знаешь, Косомота, я сам в него не очень верю. Только совсем чуть-чуть. А мама с папой в него совсем не верили. Дедушка говорил, что поэтому их и арестовали. Посвященную 70-летию родного Сталина. Она открыта в Центральной публичной библиотеке республики. Пристально и любовно всматривается молодежь в картины, фотографии и книги, которые показывают героическую работу товарища Сталина для революции, для счастья народа. Старший лейтенант Мединский для выполнения спецзадания прибыл. Кино, значит, будем снимать? Так точно. А для нас из всех искусств важнейшим является кино. Допуск на секретный объект у всех есть? Так точно, Трофимов. Всех. Предупреждаю, обстановочка как на фронте перед наступлением. Понимаем, товарищ майор. Большое государственное дело. Воды у вас нет холодной? Попить. У нас вода ёк. Заплатим, как шабар. Вы что, по-русски не понимаете? О, Салим Асимбала. Привет, Асимбала. Асимбала, а давай играть в прятки, а? Жарейте. Давай. Пойдем. Один, два, три, четыре, пять. Пацан, не бойся, мы тебя бить не будем. А я и не боюсь. Ты с этапа, а мы таких не бьем. Пошли с нами. Пошли, пошли, топай ножками. Какая между ног? Мотоцикл! А папа в арбузике! Давай, давай, топай, дровосек, а то я замерз. Большое спасибо. Я не курю. Ой, наконец-то присяг. Меня Глеб зовут. Записали так, паразит, когда родился. Вообще-то я Пак. Я белый, подкинь. А твои родители где? Здесь? На севере. Но их скоро отпустят. И они меня заберут. Да здесь они. Мы все здесь. Ты к нам в шайку пойдешь? Да, пойду. А что надо делать? Да вот денег надо собрать. Операцию сделать. Кости сволочи все время ломаются. Поляк говорит, чего-то не хватает. Кальций, шмальций какой-то. Тоже мне, хромой Тамерлан. Перебивай. Поляк сказал, что в Алма-Ате врач есть. Фридман называется. Кости лечит. Мне много денег надо. Эй, белый, дрова подкинь. Много не болтай. Денег, говоришь? А-а-а, я, кажется, придумал. Да! Точно! Вода! Кипяток!
Готов, готов. Давай, наливай. Только пальчики не обожди. Наливай. Пацаны, поезд идет. Давай быстрее, поезд едет. Побежали. Кипяток, это новая вода. Покупайте. Кипяток, за 3 копейки. Посчитаем. Эй, ну-ка. Чё? Давай, шпана, бабки на кон. На. Мало не мало. Это Сашке. Он придумал. Большое спасибо. Тебе много денег надо. Оставь себе. И что? Эта дура может пробить вагон? Может и пробьет. На то она и дура. Сашка здесь? Ты куда, поганец, мой чайник дел, а? Верка, блядь! Ах ты, я тебе, гад, погулю из задницы! Верка, что сказал, гад? Ай! Хулиганью. А ты крышку потерял. Ну что теперь делать буду, а? И вообще, что ты с этой шайкой связался? Они же беспризорники настоящие, без отцовщины. И ты, Сашка, запомни, тебе с ними делать нечего. Еще раз с ними увижу, всю задницу нашлепаю, понял? Ага. Касым, какой у тебя человек? Золото прям. Наш паровоз вперед беги, кому не остановка, слова нет у нас пути. В руках у нас кто? Приехали! Товарищ рейполномочный полковник! Ура! Опять Верку драл. Ай да милиционер. А Верка как хорошая скорая помощь. Хайсанкши, Верка, ты специалист. Верка хорошая. А я что сказал? Плохая, что ли? Ты давай работай. Казах. Касым. Ну-ка. Что с тобой? Что случилось? Ух, ну-ка вставай. Пойдем. Давай, садись. Ты что, поляк, свой язык проглотил? Говори что-нибудь. Нам работать надо. Ну что, ежик, плохо? Докладно неведомо, что это может быть. Надо обследовать в больнице. А до того часу, напевно, не вольно ездить конно. Ездить на конях нельзя. И курить не надо. Ну все, казах, я сам тебя лечить буду. Дунганская медицина – самая лучшая медицина в мире. Ну что, встал? Пойдем. Именно с этого дня Касым изменился. А что изменилось теперь в тебе, Сабыр Смиренный? Что ищешь здесь, на этом рынке, собранном из осколков миллионов жизней?
Ответь, кто ты на земле своего Бога, если часть твоей души осталась там, в станционном поселке ссыльных переселенцев? Но разве вся земля не есть земля Бога? Советской страны готовят подарки к юбилею нашего вождя, товарища Сталина. Самый лучший подарок победитель сможет вручить имениннику лично. Интересно. А если я сделаю подарок? Может, тогда он отпустит моих родителей? Откуда взялся? Видишь, какой белый? Сам пришел. Какой хорошенький. А Пакикин? Он мой будет? Чей он? Эй, ты чей? Из какой кошары? Наверное, к добру. Жахслыха. Да, это твой. Рахмета-то. Играй. Тепленький. Хороший. Кипяток, кипяток, покупайте кипяток. Слушай, давай я тебя буду звать Кипяток. Я тебя поймаю! Кипяток, знаешь, как в Москве красиво? Она ничего, да? Товарищ майор, она из спецпоселенцев. Давай ее сюда. Иди, милиция, иди, не задерживай. Откуда? Кмолинский лагерь, жены изменников Родины, 58-я часа, Ир, Вера Иванова, штаб начальник. Алжир? Хороший лагерь. Я не об этом. Сама откуда вы? Не имеет теперь значения. Раздевайся. Это что? Твой религиозный предмет? Мой. Снимай. Не сниму.
Снимай. Не сниму, мне его подруга перед смертью надела, я его никогда не снимаю. Снимай. Не сниму. Я говорю, снимай. Не сниму. Животные, никто не знал тогда, какое невиданное и страшное жертвоприношение готовится здесь. Эй! Казах, подвинь. Говорю, что султан никого не боится, даже уголовников. И Богабай он тоже не боится. Сашке, покажи, на что ты способен. Я Богабая тоже ненавижу. За Верку ненавижу. Открой дверь. Открой, сука, а то щенка твоего выкову назад. Верка, блядь. Открой дверь. Thank you.
Господи! Ты что делаешь? Что тебе надо, щенок? Сесть форман! Сними форму. Выходи один на один. Пошел вон, щенок. Сними форму. Выходи один на один, если ты мужчина. Щенок. Заснул, что ли? Сашке, ты где? Стой! Пацаны, ты шухи! А ну что, нас стоять? Стоять! Назад, Каштан! И как, пацаны? Эй, Сашке! Куда? Сашке, Атас! Ах, вы сучат, а! Имя, фамилия? Значит, имя тебе вор. Я отправлю тебя в тюрьму. Понял? Мое имя Сабр. Сабр? Пусть лопнут мои глаза, Сабр. Если ты Сабр. Честное слово, спросите у Касыма. У какого еще Касыма? У одноглазого путевого обходчика. Обходчика путевого. Бывает злоба? Хватит плакать. Не плачь, да. Съешь яблоко. Спасибо, я их ненавижу. Ненавижу. Давай перестань плакать. И поедем. Посмотрим, кто за тебя заступится. Понял? На этот раз. Давай, Жиргатик. Спасибо вам большое. Эй, подними глаза. Смотри сюда. Вот ты послушай меня. Если куда уходишь, то говори. Куда уходишь? Эй, и зачем? Охтунба? Понял. Я. Yeah. Да. Тюрумбарбус. Эх ты.
Цветок, будешь еще? Напился. Да, кипяток. Мы с тобой похожи. Ты один остался, и я родителей потерял. Ну ничего, я все равно их когда-нибудь найду. Вышки, да? Ах, что вешь? Деньги давай. Разберись, есть. Получи. Ты где? Здесь, товарищ майор. Касым Батырбаев, железнодорожник, местный, участник войны. Бяша. Животное. Бабай, животных не продашь? Нам животные всякие нужны. А? Глухой, да? Да контужен он. А. Мы не конфискуем же за деньги. Для большого государственного дела. Подарок к юбилею товарища Сталина. Товарищ майор, однолошадник он. Жалзат-то по-нашему. А ты, маты, ты что это, милиция, а? Слушайте, брат свояк, все вы тут родственнички, знаю я вас. А ты, родственник, животное продашь? Черепаха типа лимонка. Это что за Абрамчик? Вылитый казах. Откуда взялся? Родила. Ты? От кого? Знать бы от кого. Да вон хотя бы от Балгабая. Ничего. Баба-то боевая. Молодец. А ты, значит, долбан божа. Поехали. Отпустит моих родителей. Понимаешь, Касыма-то? Если бы мы с тобой знали, понравится мой подарок товарищу Сталину, да? Да. Когда я был, как ты, Сашка, далеко ходил, до дальней зимовьи, помню, по всей степи юрты ставили. Праздник был. Той. Тысячи гостей, представляешь, столько угощений, столько состязаний.
А наш род был самым уважаемым. Много лошадей, верблюдов и козлов. Игра такая, догонять надо девушку. И вот как-то я догнал девушку. И поцеловал. А потом? А потом свадьба. Той. Трое детей было у нас. А потом? А потом голод. Никого не стало. Ну, а потом? А потом война. А потом что было? А потом у меня появился ты. Эй, Аллах. Слушай, я одна, ты один, оба мы тут одни навечно. Давай, это как его, ну, в общем, жить вместе, давай, а? Ну, как муж и жена. Не побрезгуешь? Нигде нету. Ух ты, ракушка. Ага. У нас в Москве такая тоже есть. И на ней гагры написано. Ага. Мама с папой ее с Черного моря привозили. Ага. А что, здесь раньше тоже море было? Здесь все было. Когда-то, видимо, везде было море. Вот так, сынок. Всевышний, дай успокоение невинным душам, и пусть земля им будет пухом. Аминь. Здесь дедушка лежит. А какой у тебя бог, Касыма-то? Бог у всех один. И у меня, и у тебя. И у Ежи, и у мамы Вежи, и у Фаты, и у Глеба? У всех один. У всех, сынок. А на каком языке он говорит? Он все языки знает. Но самое главное, чтоб слово шло от сердца, вот отсюда. Вот запомни это место, эту землю. Когда-нибудь сюда еще вернешься, сынок. А ты что, собираешься меня куда-то отправить?
казахи, подвиньтесь. Есть одна хорошая новость. На всех хватит. Бисмилляхманрахим. Синде жазык жок. У тебя вины нет, а у нас еды нет. Аминь. Не по цвету. Еще не бисмилляхим без меня? О, хорошее место. Теперь, казах, ты здоровый будешь. А сой надо позже добавить. Мясо мягче будет. Осторожно. Касым ата, благословите. Ой, ну, гости дорогие, перед большой трапезой мое благословение. Пусть в народе будет покой, в стране порядок, а у молодых счастье. Вот, например,
ушки. Вот кому-то сейчас повезет. Это нашему Сашке, чтоб ты хорошо слышал. Это глаза, это поляну, чтоб ты хорошо смотрел свою Верке. Это шейное мясо, это для Веры, чтоб ты крутила своим Ежей. Это моему другу Фапы, чтоб ты хорошо... Говорил. Нет, болтал. Спасибо. А теперь, друзья, давайте выпьем за жениха и невесты. Ай, горько. О, горько! 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 Желсіз түнде жарығай. Сынок, подержи. Сәулесі суда дірілде. Добровский, а ну встать! Я кому сказал встать? Сиди. Устроили тут балаган, блять. Верка, твою мать. Верка. Верка, блять, на меня смотри. Хендехох. Ноги в сторону. Идем к тебе. Ага. Ага, Коша. Коша, Касым, ага, не надо. Прекратите. Мы же родственники. Не позорьте перед людьми, что я сделал. Сукин сын. Нашел родственников. Животное. Ты что, Касым, делаешь? Совсем с ума сошел? Туды сюда. А чем голосно семисина? Перед всеми людьми опозорил. Одноглазый старик. Я его родственником считал. А он с грязью меня смешал. Встать! Всем по вагонам! Домровский, блядь! Сука! На кого ты руку поднял? Сука! А, на кого ты руку поднял? Шкура продажная! На советскую власть руку поднял, да? Это тебя от товарища Болгова, пан Домровский! Пусти его! Он кит! Пусти! Твою мать! Да пустите меня! Ёжик, милый, ну что же ты наделал? Ты же милиционера убил. Верка. Я только хотела... Что? Я не виноват.
сену из горла. Ты же видел, он сам. Ага, мен... 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 Ага, мен... Иттын балас. Сукин сын. Ёжик! Ну не умирай, ну пожалуйста! Ёжик! Это не... Это он сам. Ёжик! Ослай была, ребят. Я знал, что все так закончится. Зоал! Будь ты проклят. Я оставляю тебя! Пошел вон. Он сам, не кремжок. Айван. Собачий отродье. Открой глазки покороче, пожалуйста. Ёжик! Господи! Ну тогда возьми меня! Это тебе еда. Фотография твоих родителей. Здесь адрес твоих родственников. Понятно? Да. Это молитвенник твоего дедушки. Эй! Не мне ты что, боишься? Запомни, никогда ничего не бойся. Никогда. Береги себя, Касымата. Все, пошли. Не плачь, сынок. Не плачь. Жигутеми сюда. Ты же мужчина. Я не хочу уезжать, это... Сынок, счастливого тебе пути. Счастья тебе, сын мой. Счастливой дороги. Счастья тебе, сын мой! Касымата, береги себя! Я обязательно вернусь! Жолым болсын, балам!
Всевышний, если есть за мной какая вина, прости. Дай мне веры, а Сашке моему счастья. В поселок приехала милиция и переловила всю шпану. Их забрали по подозрению в организации убийства милиционера. Но кто же все-таки стрелял в Балгабая? Султан? Глеб? Или кто-то еще? Я тоже мог быть с ними. Если бы не старый казах, которому однажды Бог поручил меня. Через много лет я узнал, что 29 августа 1949 года в 170 километрах от Семипалатинска был произведен первый в СССР взрыв атомной бомбы. Подарок Сталину к юбилею. Конкурс на лучший детский подарок любимому Иосифу Виссарионовичу Сталину, который проходит по всей нашей необъятной родине СССР, продолжается. Стихи Абая, кстати, уроженца нашего края. Вот это дерево. И ничего вокруг. Только эти узелки из ткани, по которым можно сосчитать, сколько людей были под его ветвями. Сколько дней я ждал, когда снова буду здесь и со смирением приму прошлое как единственную бесценную и счастливую, подаренную мне судьбой жизнь. Здесь, среди многих других судеб, нашли успокоение души моего деда, Касыма, кающейся Веры и ее мужа-поляка Ежи, неугомонного Фаты. Пусть земля им будет пухом. Я вернулся, чтобы назвать Касыма своим отцом и посвятить ему молитву, которую читают в память
о родителях. Да будет имя его великое благословенно вечно во веки веков. Да будет имя его великое благословенно от века и до века. Да будет благословенно возвышено, превознесено, возвеличено и прославлено имя святого. Благословен он выше всех благословений и песнопений, восхвалений и утешений, произносимых в мире. И скажем так.